Ну, а гість в нашій студії у цій годині Єрмек Нарембай, політолог. Вітаємо вас. Вітаємо. Що ж, маємо такі свіжі дані соціологічного опитування групи «Рейтинг». За ними 72% громадян виступають за те, щоб навчання у школах проводилося у традиційному режимі, тобто живого навчання. 74% вважають опитаних громадян, що погано вплинув карантин, який був навесні, на якість освіти, яка надавалася в Україні. Як ви вважаєте, чи варто зараз відправляти дітей на карантин, на дистанційне навчання? Бачимо, що 145 класів вже відправили. Як ви вважаєте, пане Єрмек? Ну, при всьому уваженні к родителям, наверное, судьбу, здоровье детей, особенно в массовых таких мероприятиях, как классы, школы, должны решать все-таки врачи. И очень жаль, что Украина не использует такие механизмы демократии, как, скажем так, узкоотраслевые парламенты, в данном случае медицинские, какие-то конференции областные, республиканские, которые можно было проводить регулярно, ежегодно, ежеквартально. В свете коронавируса медицинские конференции можно было бы проводить действительно хотя бы один раз. Впервые за всю пандемию можно было бы посоветоваться с широким сообществом врачей, отдельно, может быть, даже конференция эпидемиологов. Этого нету, и поэтому, к сожалению, власти ориентируются больше на вот эти социологические опросы, хотя можно было бы провести именно, если проводить соцопрос, то именно среди медицинского сообщества, с конференцией, с обсуждением, с жаркими дебатами, с узкоотраслевыми какими-то решениями по врачам, по детям, по границе, по таможне и так далее. Вот эти все моменты, ну, знаете, по красным зонам, по желтым зонам. Вузькі якісь спільноти професійні, які з цим стикаються, а є в нас населення, яке не хоче цих дотримань, жорстких обмежень, яке пам'ятає, так, спочатку, коли всі загнали по хатах, а потім виявилося, що не так вже це і було потрібно в такому форматі, як це було. Давайте про фінанси і COVID-19. От у фонді боротьби з COVID-19 вже недостатньо коштів для реалізації трьох бюджетних програм. Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан. Всі 66 мільярдів гривень фонду розподілили ще у липні, а майже 30% від суми вже витратили. 9 мільярдів пішло на виплати з часткового або повного безробіття, на дітей ФОПів, страхові виплати та допомогу медикам. Ще більше 7,5 мільярдів на ремонт доріг. 2 мільярди 700 мільйонів виділили на доплати до зарплати співробітникам МВС, Міністерства охорони здоров'я, виконавчої та інших служб. 262 мільйони гривень витратили на закупівлю обладнання та засобів індивідуального захисту. За розрахунками фахівців Рахункової палати, у фонді не вистачає грошей на вересневі доплати поліцейським, допомоги з часткового безробіття та виплати допомоги на дітей ФОПів. За словами голови відомства, ефективність витрачання коштів з антикоронавірусного, скоріше за все, буде проводитися уже наступного року, коли завершиться цей бюджетний рік. Скажіть, як ви вважаєте, чи були влучно використані ось ці гроші з коронавірусного так званого фонду, чи допомогли вони якось упередити розвиток пандемії? І бачимо таку ситуацію, що, от, наприклад, були внесені так гроші на те, щоб там доплати медикам зробити, але так і станом на зараз не у всіх регіонах отримали всі гроші медики, там поліцейські і інші люди, які там на передовій, так би мовити, боротьбі там з коронавірусом. Як ви вважаєте, от влучно були використані ці гроші? Для начала, хто робить це заявлення? Це робить счетний комітет, який, по большому счету, неправильно формується. Він формується, по суті, правящей партії. В даному випадку, на сьогоднішній рік, це «Слуга народу». І кожен раз правяща партія, приходячи не тільки в правительство, але й в контрольні органи, вона створює ситуацію, коли контрольний орган створює видимість контролю, вона не контролює, робить поверхностні оцінки, поверхностний контроль, і вона не заінтересована критикувати правительство і так далі. Другое дело, когда система, где контрольные органы, в том числе счетная палата, счетный комитет в различных странах мира находится в руках по квоте у оппозиции, тогда она делает глубокий анализ, глубокие проверки, и она является таким сдерживающим компонентом, как, например, в научной среде есть такое понятие «научный оппонент».
когда по каждой диссертации, кандидатской, докторской, есть, существует официальный оппонент, и он реально его... На вид два. У нас здесь, да, иногда по докторским... Два-три, с учетом разных степеней. Так вот, когда мы видим в системе, когда правительство правящая партия, и контрольные органы тоже правящая партия, у оппозиции нет никаких квот, все вот эти цифры... достаточно поверхностные и неглубокие, и без критического анализа. Поэтому достаточно точно общество через цифры счетного комитета увидеть не может. Поэтому уже оно идет, кривое зеркало идет уже искажение. Это главная проблема из года в год, из правительства в правительство. Ми бачимо так, що гроші там закінчуються, вже багато хто з експертів кажуть в ковідному фонді так званому, і влада обіцяла створити для нас інвестнянь, і от саме про них зараз піде мова. Влада таки створила інвестнянь, але толку від них ніякого, бо гроші в Україну не йдуть. Таке переконання в нашому ефірі висловив політичний експерт Володимир Кацман. Надо просто спросить у уряда, у президента, у народных депутатов. Вот инвест-няня есть, а где инвест-ребенок этот сам? Вот няня уже есть, да, а ребенок-то сам где? Ну где же этот ребенок, где эти инвестиции? Какие инвестиции могут быть в страну, где система судебная, нереформированная, доставшаяся нам еще с коммунистических времен, насквозь коррумпированная, которую тот же Саакашвили собирается просто убирать 400 судов из 540, да, и куда пойдет этот инвестор, в какой суд? Ну, сделали же. НАЗК, НАБУ, САП, антикоррупционный суд, АРМА. Державное бюро экономических расследований будет. А для инвесторов что? Для инвесторов как раз очень важно не антикоррупционный суд, который их не касается, это касается чиновников. Их касается, скажем так, стокгольмский арбитраж. Ну а если чиновник будет вымогать хабара? Они придут и скажут, вот этот чиновник вымогает хабара, не дает завести гроши. Все-таки нужно обратить внимание на стокгольмский арбитраж, формула, когда вы, допустим, спорите, вы выбираете по одному судье, и потом эти двое судей выбирают третьего судью, они образуют стокгольмский арбитраж. Такой легкий, недорогой суд, который достаточно эффективно принимает быстрые решения. Его можно было бы по инвестиционным всем спорам ввести. То есть это огромный пласт дел. Потом дальше, огромное количество украинских предпринимателей, в том числе индивидуальных, огромный пласт споров идут по долгам, по спорам. Люди не могут вытащить, судей не хватает. Судьи, которые есть, им нет доверия. И низкие рейтинги по опросам, соцопросам среди украинцев, низкий рейтинг доверия к судебной системе. Достаточно легко быстро вести стокгольмский арбитраж по всем хозяйственным, экономическим, гражданским делам, по всем уголовным делам вести суд 12 присяжных. Может быть, суд 12 присяжных вести в дальнейшем, как в Америке, еще и по гражданским делам. Этого нет годами и десятилетиями. Об этом говорят специалисты, но вы и ныне там. А есть кадры для таких реформ? А какие проблемы? Если мы видим суд 12 присяжных, то там профессионал должен быть один. Это же уменьшение. 12 граждан – это 12 простых украинцев, которые набираются путем случайной выборки. Из 500 кандидатов безмотивные отводы вы отводите людей по анкете либо по ответам кандидатов в присяжные. За 2-3 дня вы оставляете 12 человек, через 2 недели они выносят по вашему делу какое-то решение, по которому никто не может отменить. Ни Верховный суд, никто. Решение окончательное. Поэтому все очень быстро. В Америке, например, в среднем суд присяжных рассматривает дела, например, по краже в течение 3 часов. Это достаточно эффективно. Если даже самые долгие дела брать, то это обычно 8 заседаний в среднем. То есть, в принципе, стокгольмский арбитраж рассматривает еще жестче и быстрее. Поэтому эта система вызывает доверие, она отработана. Суду 12 присяжных больше 800 лет, 850-860 лет, с 1166 года. С Генриха II. То есть эта система можно было бы вести очень быстро и эффективно. Инвесторы ждут этого. Почули вашу думку с цього приводу. Давайте вот еще про выборы с вами стигнемо поговорить. Цікаві в нас инициативы всех киевских чиновников переселять у Хрущевки. Весь транспорт в місті проведут на электродвигуни. Народные артисты Украины Володимир Данилець и Володимир Моисеенко, більш відомі как комік-дует «Кролики», розповіли про плани на посаді киевского міського голови. Мы обязуемся за счет бюджетных средств и макро- и микроэкономической помощи от европейских городов-побратимов поднять пенсии киевлян
до 1500 евро в месяц, а минимальную зарплату установить в размере 3000 евро. Все улицы Киева будут расширены до 4 полос в каждую сторону, и киевляне навсегда забудут о пробках, так как мы не в состоянии сами руководить ни госпредприятиями, ни банковской системой, ни медициной, ни вообще страной. Мы планируем обратиться в Евросоюз с просьбой назначить Киевский горсовет и во все районы наблюдательные советы из 5-6 иностранных представителей с зарплатой не менее 50 тысяч евро в месяц. Пане Єрмеко, ми говорили з вами про чому в Україну там не йдуть інвестиції. Як ви вважаєте, проблема лише, як ви сказали, там в невідреформованій судовій системі, або ж в тому, що, от, наприклад, коміки йдуть до влади і знову так. Ну, хоча це таке гротескне трохи відео, ми всі розуміємо, що це такий гумор, так, в кроликів, в те, що там не завершена досі в нас війна на сході нашої країни, в те, що в нас там розгул радикалів, і в чому причина істина. Тому що сама, не йдуть інвестиції сюди. Сама система избирательная построена таким образом, что она уже настолько сгнила, сдряхлила не только в Украине, но и по всей Европе, и по миру. Вспомним, когда мажоритарная система вводилась в 1899 году, или пропорциональная система, это тоже была новинка, и она была большим шагом вперед. На сегодняшний день настал момент, когда нужно снова сделать шаг вперед. Посмотрите на сегодняшнюю статистику по всем выборам, президентским, парламентским, в Украине, в Европе, в Америке и так далее. Низкая явка избирателей. Вот мы говорим, инвесторы не идут. Избиратели не идут на участки, им надоело, они не видят. На сегодняшний день выборы, когда вот больших, особенно на республиканском уровне, когда речь идет о больших избирательных округах, когда речь идет о том, что кандидаты в депутаты, либо президенты не могут увидеть избирателей и не могут с ними состыковаться и получить обратную связь, то же самое избиратели не могут увидеть кандидатов, даже если захотят увидеть. Але в местных выборах они живут ряд поряд с ними. Это же те люди, которые будут конкретно отвечать за даже дороги, в этом случае, за инфраструктуру. Возьмем Киев. Вы сегодня можете до любого из кандидатов, как простой человек, киевлянин, или вот киевляне, которые слушают нас, могут ли они просто взять и посмотреть, а как мне найти, допустим, какого-то кандидата, допустим, Попова, Пальчевского или другого? Очень сложная система. То есть, когда есть парламентская система, где парламент городской выбирает городского главу, и в любую секунду его может снять за тот или иной инцидент, или спросить его, или найти финансовую папку, провести проверку, скажем так, как тот же самый счетный комитет, то эта система работает. Когда вы выбираете на 5 лет в цифровой информационный компьютерный век избирать на 5 лет, это избирать на вечность человека, который на следующий день после выборов 5 лет будет ни от кого не будет зависеть. Сроки, на вашу думку, в Америке же 2 года, уже 250 лет система существует, когда даже депутатов не только штатов, но и федерального уровня палаты представителей избирают каждые 2 года. И эта система работает. Человек не успевает обрасти коррупционным мхом, он не успевает обрасти отвязанностью от избирателей, але он все время привязан. Часу дали мало. Скажи, я ще не розібрався, а мене вже очень просто. Возьмите американские, ой, любые европейские коммерческие структуры, акционерное общество, где совет, где собрание акционеров ежегодно избирает правление, избирает совет директоров, избирает руководство. Каждый год, независимо от того, что человек сделал промежуточные этапы, его спрашивают по промежуточным отчетам. И дают ему снова год. Если надо, если он вызывает доверие, если он эффективно работает, ему могут дать 10 лет, 10 сроков, скажем так, строгого режима, и он может работать. У нас система безотчетная. 5 лет человек безотчетно проводит время, и он ничего не сделает. Но встанет пример, тот же самый Кличко, сегодня мы видим 5 лет грязи. Грязные улицы в Киеве. Каждый год не с кого спросить. То есть система контроля не существует. Когда мы говорим про систему контроля, парламент это и есть главный контрольный орган. Городской парламент или районный парламент, неважно. Он имеет возможность, должен иметь возможность избирать и спрашивать. У нас этого нету. Почули вас, пане Єрмеко, дійсно, 60% кажуть, що після того, як проголосували, жодного контролю за своїми обранцями немає. Це дані Інституту соціології Національної академії наук України. Єрмеко Нарембай, політолог, був з нами. Дуже дякуємо і запрошуємо принагідно ще.